Помню, совсем недавно, а именно сегодня, вы говорили, что трек, который мы слушали до этого, который очень сильно походил на Цоя, он типа норм, хотя он был очень крутой. А вот это типа супер топ, пушка там, радость и все прочее. Пятое, десятое. Посмотрим. Посмотрим. Очень высокие у нас ожидания, в принципе, в целом от Джизуса. Потому что он делает круто. Посмотрим, заценим. Апокалипсис сегодня. 3.46. Погнали. Альтернатива. Клип еще есть. Посмотрим после трека клип. Сначала трек отдельно слушаем. Потом посмотрим клип. Я понял вас, услышал. Смерть за моей спиной, сорок мою душу. Я не могу себя слышать. Все вокруг нарушено, все вокруг рушится, все вокруг рушится. Бег перемен, ты стал жертвой наручника. Голова мертва, больше не единой мысли. Мой байк смысл жизни отобрал. Мой смысл жизни у меня вся. И нету хорош, ничего, опять нету никого. Будто бы я мертв, я для вас не то. Вот, блядь, как надо исполнять припевы, блядь, да. Вторая часть рок-куплета. Я не вернусь, я чувствую слабость. Эквивалентно всем нужны деньги, слезы и водки, крики и радость. Я паранойю, людей слишком много. Алым закатом на плечи в ладони падет большая планета. Вот это кайф. Вот это кайфный куплет. Второй куплет самый слабый. Бля, мощь. Бля, что это, бля. Не, ну, бля, Джизус монстр вообще, монстр. Не могу, бля. Да уж. Да уж. Второй куплет, мне кажется, особенно вторая часть слабоватый, но припев. И вообще, в целом, атмосфера трека жесткая. Очень крутая работа. Вообще, чисто для меня, вот реально, вот в роке, да, в альтернативе, вот прям два человека максимально вот пиздец ебашат, да, прям вот это вот Джизус и Три дня дождя. Вот они прям очень крутые. Немного разные они. Ну, типа, противопоставлять их неправильно, но в целом
Вот примерно так. Что касается экспрессии. Просто для тех, кто будет смотреть нарезки, непонятно. На стриме мы прям до этого смотрели, слушали трек Егора Крида, где был, соответственно, припев, ну, где он пытался его тянуть. И получилось, ну, то, что получилось. А вот здесь все получилось так, как должно получиться, и это очень круто. В целом, да, он погружается дико в атмосферу. Прям такой артист, я не знаю, очень высокого класса, очень высокого уровня. Я не знаю, он потягается со своей харизмой, да, своим исполнением, даже вот образом из того, что мы знаем. Он потягается с топами, с мировыми топами, которые, ну, тоже делают круто. То есть это не там какой-то там локальный артист, который вот там СНГ, эстрада, вся хуйня там, типа, мы там такие бомжики. Да не, не, это пиздец, это монстр, бля. Приятно, что такие ребята вот в попсе, да, у нас вот Дора там есть, например, бля, здесь там Джизус, три дня дождя, пиздец. Очень круто. Вот мне кажется, Фараон так не проорет. Фараон в другом крут. Вот завелось, допустим, да, вот как здесь спето. Мне кажется, Фараон так не сделает. Это слишком пиздец. Давайте посмотрим клип. Да, с удовольствием, кстати, посмотрю клип и еще раз переслушаю это. Я прям даже рад, что сейчас надо не идти оценивать, а смотреть клип. Погнали, охуенно. Фараон сделает по-другому. По-другому. Смерть за моей спиной, сурок в мою душу. Я не могу себя слышать. Все вокруг нарушено. Все вокруг рушится. Все вокруг рушится. Бег перемен. Ты стал жертвой наручника. Голова мертва. Больше не единой мысли. Мой байк смысла жизни отобрал. Мой смысл жизни у меня. Вся и нету ничего. Ведь нету никого. Будто бы я мертв. Я для вас не то. Больше экспрессия на картинке. Зато отыграет Фара в клипе гораздо лучше. Он прям, ты здесь чувствуешь свой свек, свой образ. Заебывает вообще, вообще не заебывает.
Вот знаете, мне чего не хватает вот в таком клипе, да, его? Вот честно, да, для меня клип с клипом восприятие чуть похуже. С клипом восприятие чуть похуже. Где припев кайф, да. Мне знаете, что не хватает? Мне не хватает каких-то его бешеных сумасшедших глаз, потому что у него слишком осмысленные и спокойные глаза. То есть, ну, он просто смотрит на тебя, типа. Вот не чувствуется вот этого пиздеца, который есть вот в песне и в его голосе. Да, вот образ, все, да, круто. Но вот именно в глаза, да, как бы смотришь в глаза, и в этих глазах нет вот этого вот. Почему я говорю, да, что типа вот Фараон, допустим, с точки зрения клипа, да, он прям всегда пиздец. Вот. А здесь смотришь в глаза, и нет в глазах этого. Какая-то есть осмысленность. Должна быть какой-то, я не знаю, там, раздолбай, который, которого прям разрывает что-то все изнутри, прям какая-то, возможно, даже злость, да, или... Или если это говорится там об апатии, там все, там смерть заберет, все заебало, все, точка, все, разорвать, ничего не важно и так далее. Вот не хватает этого в глазах. Не знаю, короче. Ебанутого панка, да, какого-то не хватает, короче. Фух. Да, это прям... Ну, это круто, блять, это круто. Это круто вообще. Я кайфанул прям. 5 баллов. Тут нехуй вообще думать. Харизма, хуизма. Мне просто не нравится вторая часть второго куплета. Вот я за текст поставлю здесь. Да, душнину ебаную. Восемь. Да. Мне больше всего нравятся треки. Супер. Супер. Отлично. Отлично. 9. Да. 5. 4. Ага. Так, так, так. Ситы пытаются доебаться. Ну да, в этом же наша суть разбора. Я один слышу Фару и Джизуса вместе. Альтернатива 5. Не дыши за две строчки. Ну текст хороший. Окей, окей. Четверка. Четверка. Да. 80 баллов. Апокалипсис сегодня. Шикарный трек. Спасибо большое.